Новогодние подарки от химчан получат дети Луганска. Праздничные наборы формировали члены общественной палаты города и неравнодушные жители. Мягкие игрушки, елки, украшения и сладости собрали буквально за один день. Мы, конечно, хотим пожелать этим малышам и молодым ребятам, чтобы их дома наконец покинула война, чтобы она больше никогда не возвращалась. Мы помним, что это очень близкий нам народ, и что победу в Великой Отечественной войне мы добыли все вместе. Мы с удовольствием приняли участие в этой акции, потому что дети, мне знакомо очень много лет, я работаю с детьми. И они также присоединяются к поздравлениям. И хотим им пожелать деткам всего самого-самого наилучшего. И чтобы слезы на их глазках никогда, никогда больше не появлялись. Счастья, мира, добра. Дети получат подарки уже в эти выходные на праздничной елке.